Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем морозить лучок. Вот такой у меня есть лучок. Еще, кстати, также имеются две вот такие вот луковки, которые на балконе случайно проросли сами. Такие они вот, смотрите, длинные, классные, такие красивые. Уже пришло время их отрезать. И вот тут вот ей отрезаем. Вот. И все. Кстати, она внутри довольно жесткая. Пока не поздно, можно ее вскрыть и забрать еще вдобавок и лучок. И у вас получится два в одном. Смотрите, сегодня очень много лука. Сейчас я все это помою, и мы с вами будем его резать. Так, также нам понадобится мешочек, куда я буду сразу складывать весь лучок. Такой, посмотрите, он там классный, хорошенький такой. А зимой его кушать очень приятно, очень вкусно. Я не сказала, морозим его на зиму. Поехали! Ну вот, смотрите, получилось у нас с вами два мешочка. Довольно, кстати, таких полненьких, хорошеньких. А теперь мы с вами должны вытянуть из них воздух. И заморозить. Для чего вытягивается воздух, вы спросите у меня? А для того, чтобы они остались целиком. Чтобы когда вы вытащите, разморозите их, у вас не получилась какая-то каша. Вот так вот мы с вами делаем. То есть образуем вот колечко. Выискиваем. Сюда ставим губки свои, и вот этот весь воздух просто в себя втягиваем. Вот, видите, у вас что получается. Заворачиваем. Если кому-то что-то непонятно, напишите в комментарии, что я не понял, как вы вытягиваете воздух. Я запишу вам отдельный ролик, как это делается. Вот. И мы с вами вот так вот закручиваем, вот так вот сюда, одеваем и тут вытягиваем. Понятно? Видите, какая она? Если вы умеете вытягивать воздух очень классно, то у вас он будет даже более сплюснутым. Но у меня не особо получается, получается только вот так вот. Вот, и у него, видите, такой фитилек, то есть это очень удобно, вы за эту штуку дергаете, и он у вас открывается. Мне, например, нравится так. Проходим с вами второй раз. Берем руку. И вот так вот. Натягиваем. Так, это что такое? Кто-то сбежал даже. Вот, то есть у нас вот получается дырочка, и уже лучок, вот он. То есть максимально близко. Не надо делать вот так вот, например. Где-нибудь вот тут вот. То есть у вас это будет очень далеко, да, вон сколько мест, у вас просто не получится. А нужно прям вот максимально близко к луку это сделать. Потому что вы же вытягиваете воздух, а не мешок себя втягиваете. Вот так вот поправляется. Буквально вот. Вот, то есть я могу даже достать губами сюда и в себя. Потом зажимаете вот так вот. То есть тянули. Зажимаете, вот она у вас. Закручиваем. Вот он, видите, какой вид. Здесь мы расправляем. Обворачиваем. То есть вот, видите? Вот она. Опа. Сюда. Можно натянуть вот так вот. Потом сверху. Он у вас вот получается. За него вы держитесь,
А мешок вот так оттягивается. Вот. Вот. Все. И тут вон, смотрите, видите? Все, это удобно. Потом вы, допустим, достаете заморозку, вот. Все, она у вас развязалась. Не надо там вот ковыряться долго, блин, там ругаться начинаете. Да кто же так завязал-то? Там та-та-та-та. Вот она, можно вот так, три пальца. Сюда. И вытягиваем. Опа, все. Я думаю, что вам понятно, как я завязала мешок. Блин, ну просто это очень удобно. Мне, знаете, откуда я это взяла? Я просто как-то раз очень давно, более 10-15 лет назад, наверное, даже, более 15 лет назад, наверное, что-то ковырялась с мешком, ковырялась, и случайно вот так завязала. Мне понравилось. Потом я приехала к бабушке по папиной линии, и смотрю, она тоже точно так же завязывает в мешке. Я спросила, откуда? Она говорит, вот я сама придумала. Получилось вот так завязать, и это очень удобно. Мало кто так завязывает. Но это реально удобно. Особенно, если где-то вы покупаете там что-то в магазине на вес. И если завяжут вот так, это прям класс. Просто класс. Раз, и все, и развязываете. Вот так мы с вами заморозили лучок. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия. Как мы с сыночком занимаемся, развиваемся, гуляем. Также обзоры на технику, обзоры на продукты. Из Светофора, Победы, из Фикс Прайса на продукты и просто там разные вещи. Там очень-очень у меня много, есть отдельный плейлист даже. Ну, короче, там очень много всего интересного. Также есть живопись и эксперименты разные. И также очень много всего нового появится. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, я очень люблю ваши комментарии, очень их ценю. И всем пока-пока, с вами был канал ArtMania.